В столицу на следующей неделе придут похолодание и снег. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что понижение температуры и снег придут в столицу на следующей неделе. Так, со вторника в городе снова похолодает. Ночью столбик термометров может опуститься до минус 5 градусов, а днем температура будет от минус 3 до плюс 2 градусов. В среду 26 февраля ночью местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от 0 до минус 5 градусов. Также в сообщении уточняется, что в выходные в столице будет облачно с прояснениями, временами возможны осадки. Ночью термометры покажут от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем воздух прогреется до 3-5 тепла. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!